Я буду говорить, заключается в том, что те люди, которые занимаются эзотерикой, они живут по принципу инской энергии, которая притягивает. Каким образом они притягивают? Смотрите, человек идет, и у него очередь. А человек, который живет по принципу инской энергии, он приходит, и он в очереди не попадает. То есть, если я куда-то иду, везде все открыто. В случае, если я собираюсь что-то купить, мне нравится, оно всегда есть в наличии. То есть, мне из-за того, что я живу в инской энергии, мне не приходится сражаться с этим миром. Он мне дает просто так. А с чем связана инская энергия и с чем связана янская энергия? Инская энергия, она обычно связана с работой с собой, с духовным миром. Это элементы обожания семьи, элементы чувствования мира как чего-то прекрасного, веры того, что в жизни будет все хорошо. Вот эти вот компоненты создают в человеке инскую энергию. То есть тогда везет. А обычный человек, ему нужно сражаться, он будет все время говорить.